Приветствую вас, вы находитесь на канале Asmodee Play. Играем Half-Life 2, Half-Life 2. Так что бежим, нам надо навстречу. Так, лестница. Хрупкая конструкция. Ну, кстати, вот эти значки, где только можно, натыкали. Но это хорошо, с одной стороны. Не забываем, в чё играем. Вот так. Да. Так, куда нам? Так, у нас один путь только, да, остается вниз. Тихо, тихо, тихо. А, вот сюда надо было. Вот сюда. Ну? Внимание, опасный уровень радиации. Ага. Я думал, меня кто-то бомбанул. Внимание, опасный уровень. Давай, пока устреляем. Эй, ты Фриман, верно? Нас предупредили, что ты здесь появишься. Железка переживает не лучшие времена. Давай. Станция 6. Это восточная черная мета. Как слышно? Доктор Фриман, дайте ему воздушный катер, окажите помощь. Повторяю. Воздушный катер мне, срочно. Нас обстреливают! Не понял. Вот так вот. Не понял. Подожди, ну-ка давай назад. Что-то я же вас вроде подстрелил. Один готов. Так. Эй! Ты Фриман, верно? Нас предупредили, что давай, ты здесь появишься. Железка переживает не лучшие времена. Станция 6. Это восточная черная нерва. Что-то. Нас обстреливают! Хорошо, вас обстреливают, а я тут при чем? Стой, чё, блин. Хорошо, если вы так будете. Ай-яй-яй. Вот так. О. Еще не хватало отдельно, тварь. Вот так. Где? Ну что, ебать, ну иди туда. Стоп. Блин, восставший из зада. Иди ты нахрен. Тоже мне пися важная. Вот так, катер мне. Эй, доктор Фримен, я надеялась, что вы появитесь. Я и воздушный катер приготовила. Да ты умничка. Скрыться от гражданской обороны на открытой местности не просто. На станции 7 вам помогут. Нужно только немного подняться по реке. Увидите старый красный амбар. Хорошо. Вам бы лучше поспешить. Старый красный амбар. Ну все, на перегонки со смертью так как-то. Фух.
Потихонечку, помаленечку. Вот так. Бомба есть. Опа, опа, опа. Да. Вот так тебе. Фу, моя беспечность. Моя беспечность. Моя быстротечность. Все. Это было легко. Давай, Катя. Брун, брун. Ох, мы с тобой еще погоняем. А что, так можно собирать, да? А, ты даже нахрен вообще сворачивай куда-то. Куда я сворачиваю куда? Не надо никуда отворачивать. Если так собирать можно. Бум. Вот он, красный амбар. Так, туда нельзя, вон туда потом. А как мне к вам подняться-то, ребятки? А, вот. Давайте, что вы мне скажете? Ни хрена себе, только что люди же были вроде. Ты знаешь, что ты никто. Ты никто. И звать тебя никак. А я. Я личность. Я человек. Ну, вот так вот. Одна бомба. Станция 12, прием. Станция 12, как слышно? Никак уже. Уже никак. Сейчас я посмотрю, что здесь. Иди ты нахрен. Ой-ой-ой. Блин. Вниз. Давай, 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 давай. Все. Враги повержены. Теперь только аккуратненько надо. И опа. Опа. Что у нас? Где? Ой. Вот так. Ну все, вроде собрали. Можно было бы, конечно, и не забегать. Так. Надо с охотой будет с вертолета сейчас, да? Или не сейчас? Или другие катера? Пумк. Стоять. Вот, вот, вот. Нет, нет, нет. Вот так. Полный вперед. Вот сюда. Нифига не сюда. Давай, 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 едем. Что-то не понял, кто там был. Ой-ой-ой, меня хотят подбить.
Я не понимаю. Так. Что-то я маленько не догоняю. Так, давайте-ка спустимся. Эй, лови! Давай, кидай. Так. Надо. Надо поднять, что ли, ее. Вот. Все-таки я был прав, надо поднять ее. Господи, как давно люди играют. Так. То есть. Доставучий. Ай. Вот так. Кладем. Давайте еще одна. У нас же все-таки большой транспорт. Все. Сделали трамплин? Сделали. Подняли? Очень даже. Так, что ты мне там выкидал? Молодец, спасибо. Можешь, когда хочешь. И... вот так, перепрыгнули. Тихо, 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 кислого что-то. Хоп. Да, что ты мне приготовил? Да. Ну что, думаете, я буду останавливаться ради вас? Да нахрена вы не нужны. Вы не такие уж неважные птицы-то, чтобы ради вас останавливаться. Опа, опа, опа. Блин. Вот теперь придется кругаля давать. Сбиваю. Так, там какой-то сундучок был. Может, там что-то и есть. Вот он. Ну, мы в него не смогли, в него даже не вписались. Ой, этот тварь даже улететь толком-то не может. Так, нет, 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 по краю, по краю. Вот так. Вот все. Оторвались. Тихо, тихо, тихо. Так, тут никого нету? Или тут уже никого нету? Нет, все-таки кто-то постреливает. Своими грязными ручонками взялись за автоматы. Ну не для них. Не для них это. Так. Куда свалим? Куда? Вот сюда сваливаем. По этой реке вонючки. Вау. На мосту стреляет. Да. Это уже из-за принципа, из-за вредности своей. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Нет, я вот сюда зайду. Так. Мне надо немножко жизни подлатать. Да, кто меня там ждет?
Что? О, смотрите, гранаты. Все-таки. Говорю же, не зря зашел. Так. Что тут делали, пытали, господи. Так. Что тут здесь? Это просто ящики, да? Первых хавьев таких хоть что-то было, в этих уже ничего. Так, тут все взорвалось, все уже. Два трупа. Заберем у них. Ой-ой-ой. Да подождите вы. Еще. Будет здорово. Давай, еще, все. Ну ладно, малой крови отделались. Зато гранат убрали. А? Жизни поправили. А, так мне в любом случае поди сюда надо было. Вот так. Потерян биосигнал отделения ДО. Выстрел 6. Кто еще? 6. Сотрудник уверенности. Схема стока. 6. Давайте посмотрим. Все ли у нас хорошо. Ну, в принципе, чего плохого-то? Так. Оружие собрали. Так. Ага. Шлюз. Вот так. Ой. Вы что, серьезно? За что вы так на меня? Бежим. Я считаю, неплохо. Так, и где тут? Где тут? Что у нас? Да, 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 да. Да. Твою ж мать. Вы меня пугаете, когда такое затишье. Вот.
комнате. Блин, близкий. Мне теперь заново заряжаться. Давай. Культурно зайдем через дверь. Давай, давай, давай. Что тут у нас? Ничего. На выходе. Никого. Тут за поворотом. Вот так. Все-таки смотрите-ка, не зря остановился. Увидел весь и остановился. И вот результат. Так, мне куда-то в трубу сейчас вроде нырять, нет? Нет, не в трубу. Ой, подождите, а когда я там буду стрелять? Не подстреливаться, тоже надо когда-то. И все же тут получается только в одни ворота играем. Так, нечестно. Дайте отыграться. Опа, опа. Видал, как я обошел. И прям напрямки, да. Дурачина. Ну куда же ты прешь-то? Ой, машина. Ой-ой-ой. Подожди, куда мне тогда? Ой-ой-ой. Вы меня куда загнали-то? Так вы меня перебьете сейчас. Вот так. А я ушел. Я от дедушки ушел. Я от бабушки ушел. А от вас, погадцев, тем более уйду. Колобок по сравнению со мной. Так, тьфу. Мелюзга. Я тут главный. О, осталось только жизни поправить только. Главный. А потушеньки. Ой-ой-ой. Давай. Может здесь я вот смогу поправить свою жизнь. Давай. Где-нибудь здесь есть что-нибудь? Напоминающее аптечку. Я вам буду признателен, благодарен. Так, 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 так. Это что? И... Вау! Вот это классно, вот, вот. Я благодарен вам. Что вы разбрасываете по всей планете всякие штуки нужные. А то в аптеке даже пластыря бесплатно не допросишься. А тут такое богатство валяется на каждом шагу. Вау. Блин. Вы меня что, в угол загоняете? Ну-ка. Давай. Вау, какой у меня пистолет. Вот так вот. Всех вас. Я ночной хулиган. У меня есть наган. Ну-ка, давайте проверим.
Проверим, проверим. Па-па-па-па. Вот и все. Вот так. Так, вот, все. Ой, куда-то, это я куда-то хорошо зашел, да? Так вот, смотрите, как я хорошо с ними разобрался. Аж глаз радуется. Смотрю, смотрю, на любого. Ваться не могу. Какой я молодец. Да. Тихо. Блин, как так-то? Ведь только восстановился. Только все поправил себе. Здоровье. На лечебных водах побывал. И тут на тебе такое. Ладно. Разберемся, гражданочки. Вот так. Вот так. Так, вроде все подобрали. Всего полно. Как мило. Мог бы уж разнести, чем там говно стреляешься. Почему ты действуешь только на меня? Так, потерян. Нифига он меня сносит. Ты кто такой там? Чтоб меня так хреначить. Расти шишки обьется, что ли? Так, костюм. Давай. На сколько ты давишь? На 25 вроде должен давить. Или на полтинник. Точно уж не помню, на сколько давить.
Давай. Куда мне? Ой. А я успел. Да. Нифига, подожди. Так хорошо. Победа, правильно? Фу. Все, ворота открыли. Ты тут что такое-то? Давай. Блин, назад пройтись, посмотреть, где что пропустил. Восстанавливаться-то надо как-то. Только калкаш после пьянки. Обитый весь мятый. Может, вот здесь где-то что-то и лежит для меня. Вот хороший сундучок. Могли же они оставить все-таки. Забыть что-то. Вот, видите. Ну, видимо, все есть у меня. Видимо, ни в чем не нуждаюсь, так что ли? Куда нам? Сюда? 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 Блин. Я-то думал. А, оно так оказалось. Все. Где моя машинка? О-о-о. Тут парочка лежит. Чего лежите? Загорайте. Куда-куда? Вот сюда. Нет, не сюда. Ловушка для вертолета. Вниз. Ну нет, пока вроде ничего не вижу, чтобы было что-то мне больно нужно. Все, открыли шлюз. Вперед, наверное, парни. Вперед. Блин. Мне вот сюда. Ой, нет. Спокойно, нет, не надо по мне. Вот разворот бешеный. И уходим от погони. В туннель-то, надеюсь, за мной же не полезешь. Лопасти у тебя не поместится. Ай-я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 й
Куда? Влево, вправо. Сюда. Пойдем под вертолет. Хорошо, что эти штуки еще за мной не плывут, не бегут. Как какой-нибудь бешеный шар. Музыка. Они меня хотят весело убить под музыку. Как благородно с их стороны. Откуда столько бомб вообще? В самолетах столько бомб не было, сколько в тебе. Ты вертолет. Ой, с перелячим паром. Да, попало, да.
погоди. О, все-таки я одну собрал, да. Две, сколько собрал-то? Нифига я там. Бомбу-то бьют-то нехило. Причем на ровном месте еще. Давай, 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 мимо, мимо. Пока мимо, это хорошо. Соберем коробочку. Что-то вовремя собрал. Что-то, что не помогло, помогло мне не подохнуть сейчас. Давай. Напрямки. Чуть-чуть осталось. Вот так вот. Какой я молодец. Бегу-бегу. С вертолетом мне не сладить сейчас. Нечем даже стрелять в него. Только обматерить и плюнуть. Ну, не доплюну. Да. Один на один. Туннель. Какой туннель? Ага. Туннель-то закрыто. Сюда. О-о-о-о-о-о. Сюда, сюда, сюда. Что-то взрывается уже. Я хоть куда плюну-то? Мне знать надо, куда плыть. А то меня разнесет. Трудно. Стоп. Бля. Туннель-то еще узкий. Так. Кто-то был. Я не очень-то буду по ним скучать. Ну как, не очень. Я вообще скучать по ним не буду. Был и был. Встал на дороге. Вот не вылезет, помри. Не сюда. Ой, не сюда. Ну давай быстрее. Давай. Вот сюда. Где гребаные ящики? Где мои жизни? Он меня сейчас загонит. Затравит меня здесь. Кружок. Кружок веры. Стоп. Стоп. Вот сюда. Вот сюда. Фу. Сразу-то не убьет. Где мой жизнь? Так. Алёп. Давай. Заправляй костюмчик. Еще. Больше. Больше. Моей жизни. Лечи меня. Лечи. Вот так. Теперь бы разбираться. Так, я должен был его сюда доставить, так? А зачем? Точно должен был сюда доставить. Да подожди. Так, вот если бы я сюда так. Все понятно. Все. Надо садиться, мы уходим. Все понятно. Бежим. Опа. Ничего страшного. Сразу по мне огонь такой шквальный, да вы за что меня так любит?
За что такая нелюбовь ко мне? Ведь я даже их не знаю. О, ракетница. Подожди, это вообще честно так? Ракетница, он прям насрал еще посреди этой дыры с этими бомбами. Мне тут никак не пролезть. Так. Влетели. Не понял, он что, за мной летит? По туннелю? Я не понял. Если он по туннелю будет за мной летать, он меня сразу тебя завалит. Так. Жизни. Это хорошо. Нет, смотрите, как по туннелю не полез. А здесь? Тоже. О, блин. Давай. Это не для меня. Так я понимаю. Или все-таки для меня? Надо что-то еще тяжелого, да, туда? Давай. Вот вроде бы как бы. Ну, я опять не, слава богу. Где тебе что еще тогда то? Только если съехать. Нет, все-таки надо заехать. Эту штуку, я понимаю, поднять надо на этом кране и потом туда перетащить. Что-то еще должно быть. Серьезно? Стул. Ну давай. Стул. Надо было стул было поставить. Хорошо. Так. А, это трамплин. Понятно. Я думал, это мост. А это трамплин. Что бы мне туда? Где кирпич-то еще взять? Да. Я должен всякую мусор таскать туда. Смотрите. Что-то наверху есть. Это надо было сбить. Сейчас собьем. Ага. Так. Где-то здесь залез можно, да, или что? Вот вроде самое высокое. Вот. Вот куда надо залезть. Спрыгнуть. Пройти. Твою ж мать, все не так, как у людей. И вот эту штуку столкнуть туда. И пошла. Да. Все, там уже все, точно, все. И целая стиральная машинка. Вперед. Так, вертолета нет.
Ни вертолета нет. А хулиганов нет. Нет, нет. Руки под пультом. Опа. Эй, вы же Фримен, верно? Да, открывай ворота. Не верю собственным глазам. Доктор Гордон. Быстрее давай. Блин, тут опять идут пришельцы. Я не люблю пришельцев. Нам нужно уйти, пока мы как раз готовы сняться с места. Поспешим. Нужно сворачивать лагерь. Нужно? Сворачивайте. Кто там такой? Фамильярничает со мной. Приветствую, Фриман. Приветствую лучше. Так, что у нас здесь? Закрыть, открыть. Не закрываем. Сломал. Вот так вот, доверяй потом мне что-нибудь. Пойдемте, я покажу вашу задачу. Пойдемте. Показывай, показывай, что мне надо сделать. Давай. О. Вот, взгляните сюда. Вижу. Это дамба. Она прямо по курсу. На старый ГЭС прячется Элай. Рукой подать от дамбы. Хорошо. Но попасть туда с этой вертушкой охотником на хвосте, считайте, почти нереально. Хорошие новости. Мне само то. Что-то там шаманит под вашим катером. Так что он станет помощнее. Кажется, он уже заканчивает. Выходите. Все. Теперь-то я буду отстреливаться на катере-то. Ну вот и мы сняли эту пушку с такого же охотника, как и твой враг. Какая ирония, просто душа радуется. Молодцы. Бейте вертушку и сможете прорваться к базе Илая. Хорошо, но об этом вы узнаете только в следующей серии. На этом все, пока.